Здарова, друзья, с вами Влад Капуста. Сегодня я совместно с вами пооткрываю наборы флешбеков и постараемся получить тех самых заветных игроков, а именно карточку Криштиану Роналду и Поля Погба. Я напоминаю всем вам, если вы от меня хотели бы получить звездный абонемент, где находится карточка Недвида 114 рейтинга, либо же абонемент Ultimate Ultra, где находится карточка Карима Бензема 114, то вам нужно брать ровно 25 тысяч просмотров за сутки, поставить палец вверх, написать всего лишь один комментарий вот там вот внизу, и обязательно вам нужно оформить подписку на мой YouTube канал и на мой Telegram канал, потому что только подписчики YouTube и Telegram сумеют принять участие. Если вы не будете являться подписчиком YouTube и Telegram, то извините, мне придется дать другому человеку ваш приз. Все делается с помощью программы, так что обязательно выполняйте все условия. Если вы испытываете проблемы с покупкой FIFA Points, звездных абонементов, то все можно покупать официальным путем через меня, через мой магазин. У меня в магазине вы для себя сумеете найти звездный абонемент, также звездный абонемент, где находится плюс еще 2000 кредитов, которые вам открывают еще дополнительные уровни в абонементе. У меня в магазине можно покупать FIFA Points в неограниченных количествах. И самое главное, комплекты начинают с 750 поинтов и по 15 тысяч поинтов. В каждом из этих комплектов есть шансы выбить карточку премиального кумира 115 рейтинга, либо же выбить 600 миллионов монет. И с помощью такого количества монеток вы приумножите свой капитал кардинально. У меня в магазине вы найдете абонемент на 28 дней, либо же на 7 дней. Каждому 20-му покупателю бонус в виде монеток, FIFA Points, а также еще и дополнительный игрок TOTS. Покупка у меня в магазине доступна для всех стран СНГ. Ссылка на мой магазин находится в описании. И не забывай то, что у меня в магазине ты все покупаешь только официальным путем и без каких-либо блокировок. Гарантия на все 100%. За шоу называется на аккаунт спустя огромное время, посмотрим, что здесь выдадут. Интересно, что по наградам? Как думаете, что-то годное дадут eSports? Так, первое начало интересное. Нападающие. Забруси Дортмунд, охренеть. 108, добро пожаловать. Жетоны претендента 775 штучек. Первая награда, достойнейшая награда. Награда конца сезона, вторая награда получаем. Друзья, ну и... мне такие награды пока что нравятся. Португалия. НАП. Из Аль-Насра. Карточка Криштиану Роналду, 105-я. Тупо зашел на забытый аккаунт, и тут такие тебе награды выпадают. Я уже подзабыл, что такое нам давали. Подарочный набор, карточка Холода, 112-я. Блин, мы тебе на основе не давали вот эти вот наборы, потому что я использовал баги. Но, бля, ну сейчас зашел, тебе выдали эти награды, это супер круто. Я не знаю, какие эмоции ощущали те люди, которые получали эти подарочные наборы. Охренеть. Далее. 1000 самоцветов и 1 миллион монет. Что дальше будет? 114 правого защитника карточка. Блин, а мне на основе этой карточки тупо не хватает. Если бы эти игроки Ultimate Totsов еще и продавались, им бы цены вообще никакой не было бы у нас в игре. Еще одну награду. Маквайра карточку. Охренеть. Вот это вот, я понимаю, нормально залетел на аккаунт, чтобы получить такие вот достойнейшие награды от eSports. Спасибо, круто. Я вас всех собрал ради наборов, где находится карточка Поля Погба, Криштиану Роналду, Магуайра, Виллиана, Гёдзе, Диего Косты. Давайте мы прямо сейчас совместно с вами пооткрываем и проверим, кого же я смогу получить. Начинаем мы совместно с вами, полный набор, ежедневный квест у меня выполнен. И что отсюда? 2 миллиона 250, мне кажется, шансы eSports понизили... в раз так 100 на этих паках. Герой магазина. Да, я герой. Фух, но буду героем, если вдруг я смогу выбить карточку Роналду, либо Поля Погба. Не, конечно, Роналду карточку больше хочу получить, поэтому давайте открывать. Если можно, в случае чуда, я хочу выбить карточку Криштиану. Ну нет, 1 280 000. Это же чудо за чудо такое. Ни туда, ни сюда. Фух. Продолжаем. Нужно творить историю. И выбивать карточку Криштиану Роналду. Нет. Нет, нет, еще раз нет. 108. Куда ты? Зачем ты выпадаешь мне? Зачем, друг, зачем? Я хочу карточку Криштиану Роналду. Блин, ну я очень хочу получить эту карточку легендарного игрока. Пожалуйста, просто повези мне в наборе. Да что такое? Мне кажется, реально eSports вот сейчас пофиксили шансы на выпадение карточки Криштиану Роналду. Я прям не верю. То, что она может выпасть отсюда. Да что это? Я вам еще покажу наборы, которые я вчера открывал. Специально открыл для того, чтобы сверить.
где будет больше шансов, в этих паках или вчерашних паках. Я готов открывать дальше и очень хочу получить жесткого игрока высокого рейтинга, если можно. Да чё такое? Просто перестали выпадать игроки. Реально, походу eSports пофиксили шансы, то что Криштиану Роналду даже мне не светит. Я, конечно, понимал, но хотя бы игроки чтобы падали. 3 миллиона монет. Шансы равны нулю. Вы сами сейчас все видите, что происходит. Просто ноль. Ничего, один игрок всего лишь выпал. Один! Это были самые фартовые наборы, которые есть. Два последних пака я могу открыть. Мне кажется, все супер печально. Да. Жесть, просто жесть. Хорошо, я продолжаю открывать, но что-то мне подсказывает то, что здесь тоже игрока не будет. 3 миллиона 100. eSports урезали шансы на выпадение жестких карточек. Зачем так делать, я не понимаю. Бесплатный набор откроем. Есть также наборы, там где все игроки выпадают. Давайте еще эти паки пооткрываем. Я походу сейчас закину себе еще поинтов и пооткрываем еще и эти наборы. 3 миллиона 100. Что это такое? Почему игроки перестали выпадать? Да что это такое? Как мне тебя купить? 465 миллионов монет. Я трачу на его карточку, но хрен я его куплю с такими-то приколами. Вообще он, походу, никому не выпадает. Получив все монетки, плюс еще 1 миллиард. Я не знаю, у меня тупо пару миллиардов монеток на балансе есть. Что делать, я пока что не понимаю даже. Задонатил себе еще 5 нахуй для того, чтобы пооткрывать наборы, я не угомонюсь. 4 миллиона 300. Друзья, напоминаю, то, что через меня официальным путем можно покупать FIFA Points, звездные абонементы, все делается максимально быстро и самое главное официально, 100% гарантия от блокировок. И здесь я уже до конца дофанюсь и постараюсь что-то выбить. Покупая на основе себя, вы же сами знаете, на основе ни хрена хорошего не выпадает, поэтому давайте фаниться. Да ёп, ну я вот же не понимаю, ну что нужно сделать для того, чтобы наконец хоть что-то годное было? Вот реально, у меня уже нету... Я просто не понимаю, почему eSports урезали шансы? Шабаб, клаб. 109-й, Банега. Хотя бы один игрок. А, походу одного игрока дали, а дальше уже все. Хер тебе, Владосик, хер тебе. Ничего мы тебе не будем давать. Монетки только будут выпадать. Ну как можно такое делать в этих паках? Я не понимаю, скотина, почему не выпадает ничего? Что не так с этими паками? Что? У меня же глаз стипается от этого. Я не знаю, что делать. Давай. Криштиану Роналду, выпади мне сейчас. Нет, блин, подлюка, центральный защитник из Леона. Да говно падает. 109-й. Заметьте, 111, 112, 113, 114 вообще ноль. Никто не выпадает. Что сделать, чтобы они выпали? И тут сразу с эффектом, знаете. Да ну ёб, ну опять ты что ли? Последний шанс, последний. Я открываю чисто по фану. Я очень хочу карточку. Ни хрена себе. Ну это хотя бы более-менее приятненько. Но все же, не того игрока выбил, которого хотел. Но это приятный набор. Потому что те предыдущие открывал, вообще ничего не выпадало. Нужно будет охотиться на карточку Криштиану Роналду. Давайте здесь откроем один пак, посмотрим, что будет падать. Возможно, сейчас выбью карточку Холланда. Хуёланда выбил. Хорошо, давайте еще один пак откроем. Спецпредложение у ТОЦ. Здесь не тот у ТОЦ, который мне нужен. Бразилия. ПВ. 108 что ли? Да. Так, я не знаю, стоит ли дальше открывать эти паки. Меня просто до сейчас бесит. Я не могу. До такой степени аж выбешивает. А, кстати, я бы это забыл. Ретроспектива, давайте хотя бы так пофанимся. Не понял, Роберто Фермино так и оставили? Вы что, не поменяли абонемент? Карточку 114 рейтинга Роналду, Поля, Погба я не смог выбить. Карточку Златана тем более не смог выбить.
Все супер печально, Криштиану Роналду, у меня хватает на него монетки, но я его приобрести не могу. У меня вообще в минусе сейчас монетки. Откроем два набора. Посмотрим, возможно, что-то годное из этого пака я смогу получить. Ирок ретроспективы А. И с эффектом, хорошо. Интересно, что против, но, блин, в реале что-то годное будет. Цопник еще, ну, понятное дело, то, что, ну, супер интересного, нету смысла ничего ждать, да. Понима карточка, 108 рейтинга. И еще раз могу открыть набор этот. Блин, если можно, пожалуйста, сейчас 113, 114 и... нет. Как-то прям не повезло мне, на самом деле. Хорошо, давайте еще откроем парочку наборов. Не особо много открою. Так, чисто по фану, для того, чтобы пофаниться. Испания. Цапник. Атлетика Бильбо. Это уже хорошо. Руля Гарсия карточка. Кстати, возможно, его смогу продать. Сколько ты стоишь, дружище? 54 миллиона монет. Хорошо. Тупо те паки, где ты можешь нафармить себе достаточно огромное количество монеток. Это реально одни из самых-самых-самых топ-паков, которые у нас были за столько времени. Немец. Нап. Нормально. 109. Интересно, смогу ли еще выбить что-то? Давайте еще два пака откроем, да и все. Думаю, заканчивать будем на этих паках. Блин, так хочу 115 выбить сюда. Да, не гони, не гони. Явно 115 тут нету, печально. Хорошо, мы еще один набор откроем. Что будет в этом паке, как вы думаете? Прайм. Немец, ну только не... А нет. Все резко у нас меняется. И карточка 108 Белорабия. Ладно, хорошо, последний, все. И заканчиваю. Последний, финальный, 7 набор. Если выпадает игрок. Если не выпадает игрок, тогда еще один открываю. Блин. Заставляет еще один открыть. Хорошо, все, финал. Больше не буду открывать эти паки. Все, хватит с меня. Надо повременить. Но здесь тоже, походу, ничего интересного не будет. Хотя нет, что будет премиальный кумир. Добро пожаловать, карточка. Види, сейчас 111-я. Блин, а что это за паки? Что это за паки? Ответьте мне, пожалуйста. Так, ладно, давайте два последних набора открою. Уже надо добить до конца. Почему нет? Прикиньте, сейчас прайм. 114-й будет. Пам-пара-па-па-па-па-па-пам. Ловерная карточка, 109-я. И что еще? Последний финальный набор открываем. Вроде стараюсь так особо много не открывать. Но оно почему-то всегда так происходит, что все больше и больше открываешь. ПП, но блин. Ничего интересного нету. Ну хорошо, хотя бы прайма выбил. В обмены полетит изи. Вот это вот мой список всех игроков, которые у меня есть. И скажите, как мне с такими игроками, куда мне двигаться? Я пока что лично не понимаю, что делать, как быть и что будет, для меня пока что супер неясно. Ладно, друзья, я надеюсь на то, что вам сегодняшний ролик понравился. Обязательно принимайте участие в конкурсе на звездный абонемент, на абонемент Ultimate Tots. Все, ребята, всем вам до скорых встреч и всем вам пока!